Привет, друзья! На сегодняшний день некоторые события несутся даже впереди смысла этих событий. Не успеваешь понять вообще, что для чего происходит. Ну, а некоторые события ожидаемые, наоборот, стоят на месте. Итак, что же у нас происходит в Рубежном? Давно мы об этом не говорили. Все ждали, что что-то произойдет, и что-то на самом деле происходит. Во-первых, восстановление. То, что планировалось, то, что обещалось всем. А помните, да, как вот заходили эти бравые вояки и говорили, что там следом за нами идут грузовики со стройматериалами, да там идут специалисты, плотники, бетонщики, строители, окончики. Будет все восстанавливаться. Восстанавливается? Ну что там? Мне еще недели три назад написали, что в город заехали строители, что процесс пошел. Слышно об этом что-нибудь? Я нигде не слышу и не вижу. Ни в чатах каких-то, ни в личном общении с жителями Рубежного этого нет. Если вы видите каких-то плотников, бетонщиков, оконщиков, ну напишите в комментариях, где там в Рубежном что восстановили. А как с восстановлением другого жилья? В общем, это я, конечно, утрирую. Я с самого начала знал и понимал, что в Рубежном восстанавливаться не будет ничего. Рубежное – это просто как, ну вот просто попалось на дороге у военных городок. Этот город не нужен никому из тех, кто его захватил, к большому сожалению. Второе, самое нашумевшее событие сегодняшнего дня – это референдум, который начал проводиться на оккупированных территориях. Мы понимаем, что России нужна эскалация какая-то конфликта, надо войну продолжать, регулярная армия куда-то делась, надо мобилизовать следующих людей, им надо конфликт, чтобы нарастал. А для этого надо что? Для этого надо, чтобы территория, ну, по каким-то официозам России принадлежала России. Для этого проводится вот такой вот референдум, итог которого я вам могу предсказать еще даже до начала референдума. Само собой будет там, ну не 100%, может 75% будет за. Хотя людей большинства в городе нет, вообще на этих территориях нет. В общем, вы понимаете, проходит, так сказать, референдум. Я хочу предупредить всех жителей города, и не только нашего, что за участие в организации референдума предусмотрено очень суровое наказание. Подумайте хорошо, данные области вернутся под контроль Украины, а куда при этом денетесь вы, это только вам решать. Поэтому те, кто принимал участие в организации референдума, те очень крепко влипли. Ну а смысл референдума, я еще раз повторю, усиление военных действий на оккупированных территориях. Объявить оккупированные территории своими, и вот теперь получается, Украина нападает на свои территории, которые Россия объявила своими. Ну, объявит, я вам это гарантирую. Референдум закончится тем, что Россия объявит территории своими, и дальше будет эскалация войны. Дальше действия будут развиваться стремительно и даже непредсказуемо. Вчера в Рубежном было несколько прилетов. К сожалению, прилетело к 30-му дому, прилетело на территорию 10-й школы, пострадал 27-й дом, повыбивало окна в домах. Очень многие, находящиеся в Рубежном, связывают это с референдумом, и якобы украинская сторона обстреливает город. Я вам еще раз говорю, украинская сторона стреляет туда, куда надо. Я не буду утверждать, конечно, кто стрелял, куда стрелял, но смысл вот этих обстрелов, вы посмотрите на Донецк. На Донецк. Прилетало в мирные районы, прилетало в автобус, попало. Как вы думаете, кому выгодно вот такое вот происшествие? Кому это выгодно? Тем, кому надо нарастание конфликта, тем, кому надо поднять народ, чтобы нарастала народная ярость, чтобы люди охотнее шли воевать, чтобы люди охотнее шли на референдум. Вы понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, умные люди понимают. Ну, а те, кто в пабликах кричат, что вот, смотрите, Украина нас обстреливает, ну, до тех и не дойдет, к сожалению. К сожалению. Поэтому, что могу сказать? Рубежане и все остальные жители оккупированных территорий, держитесь подальше от военных, держитесь подальше от тех мест, ну, куда может прилететь провокации ради.
К сожалению, вот все вот это происходит как раз на оккупированных территориях. Вы обратите на это внимание. Все происходит на тех территориях, которые оккупировала Россия. И пока эти территории будут оккупированы, пока на них и будут происходить невиданные кошмарные происшествия. Вы подумайте, если для России ничего не стоит шмалять ракетами по нормальным мирным городам, по Запорожью, по Харькову и по иным городам, по мирным объектам прилетает, то в ТЭЦ, то в плотину, то в подстанцию, не по военным объектам, по мирным, то что для них стоит пульнуть куда-то в автобус с людьми для того, чтобы все остальные люди вдруг внезапно прозрели, что смотрите, какая Украина жестокая обстреливает. Что для России стоит устроить такую провокацию? А вспомните 90-е годы. Хотя это уже тема другого видео. Я просто хочу, чтобы вы были более здравомыслящими, чтобы вы думали своей головой, не поддавались всеобщей вот такой панике, не смотрели на ситуацию глазами каких-то средств массовой информации, а думали с ракурса, кому это выгодно. Кому выгодно то, что происходит, и для чего это происходит. И тогда вы начнете понимать больше. Берегите себя, друзья. Все обязательно будет мирное вокруг. Но вот этот кошмар нам надо пережить, и оккупанта нам надо победить в любом случае. Мы, украинцы, на своей земле, и на нашу землю пришли оккупанты. Не мы пришли к ним, а они пришли к нам. И если прекратит воевать Россия, то прекратится война. А если прекратит воевать Украина, то исчезнет Украина. Это должны понимать все. Удачи всем, мира и добра.